своим стрессом. Вот так вот расслабься. Закрывай глазки. И повторяй за мной. Сейчас будем дышать. Вдох. Глубокий-глубокий вдох. Выдох. Вдох. Глубокий выдох.
усталость. Я поняла, что ярость. Ярость — это тоже очень хорошо. Сейчас мы запишем. Напряжение. Сконцентрироваться на этом объекте. Все, что ты мне перечислил, постарайся представить у себя в голове. Смотри на этот листик, на то, что я буду с ним делать. И представляй все свои эмоции негативные, которые ты мне перечислил. Это страх, ненависть, грусть, вот все, что тебя сейчас тревожит. Концентрируйся на этом. Не бойся давать себе это почувствовать. Разреши себе это почувствовать. Скажи: да, я это чувствую, я это испытываю. И смотри только строго на этот листик. Хорошо? Молодец.
сейчас нужна твоя поддержка и твоя забота, и твоя любовь. Вот я предлагаю тебе сконцентрироваться именно на этом. Сконцентрироваться именно на положительных, позитивных чувствах и эмоциях. Сместить фокус со всего негатива, который происходит последние дни. И это то, что приведет как раз к отсутствию этого стресса, снижению стресса и тревоги, которые тебя мучают. И я за мир. Конечно, я не знаю ни одного человека, который бы не был за мир, да. И ты знаешь, если ты хочешь быть за мир, если ты хочешь, чтобы люди были за мир, то нужно начать с себя. Покажи пример. И на своем примере покажи, насколько это важно дарить любовь и заботу, а не разжигать панику и ненависть. Поддержка. Вот что нужно сейчас. И делай то, на что ты можешь повлиять. Я всех люблю. Я всех вас люблю. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы рядом. Я благодарна каждому из вас. Я благодарна за ваше понимание, за вашу поддержку. Я хочу, чтобы вы сейчас написали в комментариях 3 благодарности своим близким и родным. Это очень важно. Я обязательно каждый из них прочитаю, но вы для себя почувствуете, как изменится ваше внутреннее состояние. До встречи в следующем видео.